На 1 марта 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете более 7,5 тысяч незанятых трудовой деятельностью граждан. Из них 5,7 тысяч человек имели статус безработного. В том числе 5 тысяч человек получали пособие по безработице. Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил на 1 марта 2016 года 0,85%. Среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю Чувашия занимает третье место после Ульяновской и Нижегородской областей. Наиболее высокий уровень безработицы отмечался в Пермском крае, Оренбургской и Кировской областях.